Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. 16 октября – роковой день. Судьба приготовила большие сюрпризы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает пора активных действий, напористости и уверенного движения к поставленным целям. Мощная энергия нейтральных третьих лунных суток, управляющая этим днем, позволяет достичь невероятных результатов и открывает массу возможностей. Однако вместе с этим они усиливают раздражительность и агрессию. Поддавшись негативу, вы рискуете потерять то, чего достигли ранее, а трудолюбие, вера в себя и позитивный настрой помогут преодолеть любые сложности. В эти сутки нельзя бездействовать, в противном случае неизрасходанная энергия напомнит о себе ухудшившееся настроением и плохим самочувствием. Луна, находящаяся в Скорпионе, усилит эту особенность дня, подталкивает вас к новым свершениям, даря активность и пробуждая желание проявить себя. Важно направить свой энтузиазм в правильное русло, направив все силы на творческую деятельность, не позволяя себе поддаться искушениям. Сегодня велик риск стать участником сомнительной авантюры, которая не принесет вам ничего хорошего, поэтому будьте предельно осторожны и не доверяйте незнакомым людям. Старайтесь не допускать негативных эмоций и не придавайте значения мелким неприятностям. Если вы сохраните позитивный настрой, они обязательно сменятся яркими и радостными событиями. Тонкий серп молодого месяца, появляющийся в третьей лунной сутки, сопровождается невероятно мощными потоками энергии, способной смести все на своем пути. Поскольку далеко не каждому удается взять ее под контроль, день может пройти агрессивно, сопровождаясь скандалами и ссорами. Чтобы этого избежать, вам пригодятся такие качества, как осознанность, самоконтроль, а также умение правильно расставлять приоритеты. Приступая к реализации планов, не стоит ожидать, что вы с легкостью достигнете задуманного, поскольку удачу придется заслужить. Даже если вы продумали все до мелочей, будьте готовы к неожиданным преградам на пути, с помощью которых судьба проверяет, насколько вы достойны ее даров, поэтому ни в коем случае не отступайте от задуманного, действуйте решительно и уверенно. Однако избегайте спонтанности, так как непродуманные действия могут оказаться неудачными. Чтобы этот день прошел наиболее продуктивно, с головой погрузитесь в текущие дела, не отвлекаясь на посторонние мелочи. Чем больше энергии вы потратите, тем удачнее для вас окажется новый лунный месяц. Сдерживайте эмоции, особенно первые половины суток, и будьте предельно внимательны, чтобы не упустить подсказки судьбы. Помогут справиться с негативной стороной этого периода и привлекут к вам удачу талисманы из сердолика, авантюрина или перита. Она советует. Наступает отличное время для старта новых дел, реализации старых задумок и воплощения в жизнь ваших самых смелых планов. Хотя успех в эти сутки не дается просто так, и вам наверняка придется пройти проверку на прочность, стойкость и стремление к цели помогут вам достичь желаемого. Но не отступайте от задуманного и не откладывайте ничего на потом, поскольку малейшее промедление или сомнение лишат вас имеющихся перспектив. Кроме того, имеется риск потерять то, чего вы добивались на протяжении длительного времени. Будьте готовы к тому, что ваши коллеги и деловые партнеры будут демонстрировать раздражительность, воинственность, не собираясь уступать даже мелочах. Однако, несмотря на витающую в воздухе агрессию, старайтесь избегать конфликтных ситуаций, при этом не позволяя окружающим манипулировать вами, использовать вас в своих целях. Уверенно, но вежливо отстаивайте свои позиции, тогда удача будет на вашей стороне. Финансовые вопросы пока отложите, особенно если речь идет о больших суммах. Сделки или вложения, осуществленные сегодня, могут оказаться убыточными, а совершенные покупки – неудачными. Одалживать или занимать средства также не стоит, так как вы можете столкнуться со сложностями при их возврате. День хороший для ухода за телом, прогревающих процедур. Кроме того, это прекрасное время для смены облика, однако татуаж, пирсинг или косметические операции лучше пока отложить. Кроме того, уделите внимание своему питанию, отдайте предпочтение здоровой пище, исключите из меню копчености и колбасные изделия. Отношения со второй половинкой во многом будут зависеть от вашей выдержки и умения сдерживать негативные эмоции. Третьего на сутки ссора может возникнуть без особого повода, поэтому следите за своими словами и действиями. Не затевайте спору с любимым человеком, откажитесь от обсуждения спорных тем и не допускайте упреков. Отдыхать в эти сутки следует активно, не допуская медлительности и пассивности. Не допускайте бесцельного времяпровождения. Займитесь любимым хобби, освойте новые навыки, устройте пробежку в осеннем парке. Стремитесь наполнить день событиями и яркими моментами. Это придаст вам сил и подарит бодрость. Быстрая, наполненная активностью энергии дня идеально подходит для проведения магических практик. Удачными будут любые обряды растущей луны.
особенно если они направлены на личное благополучие. От действий, направленных на улучшение жизни другого человека, даже если это близкий вам родственник, пока откажитесь, так как сегодня они будут малоэффективны для достатка и процветания. Приготовьте для проведения ритуала 3 монеты из желтого металла. В течение всего дня разместите их на подоконнике или около него так, чтобы на них падали солнечные лучи. Встаньте лицом к окну, чтобы видеть солнце, и скажите: «Солнце мой дом золотыми лучами освещает, ласкает и согревает, и достатком наполняет. Монеты золотом озаряет, свое тепло на них оставляет. Они ко мне золото привлекут, счастьем и удачей жизнь наполнят, истинно». Говорим 3 раза. Монеты оставьте на солнце. В полдень и вечером перед закатом передвиньте их так, чтобы на металл вновь падали солнечные лучи, повторив слова заговора. Вечером уберите монеты в отдельный кармашек кошелька и всегда храните при себе для пышных и красивых волос. Если вы мечтаете об эффективной шевелюре, то нужно сделать следующее. Пока светит солнце, начните расчесывать свои волосы. И в этот момент говорите такие слова: «Как солнце встает, все будет освещать, так и локонам моим густо и пышно отрастать, мужское внимание привлекать, на солнце блестеть, никогда не тускнеть, истина». Говорим 1 раз. Чтобы во всем сопутствовала удача. Этот ритуал проводится только в 3-е лунные сутки. Сосредоточьтесь на своем желании стать удачливее и найдите на небе серп луны по возможности. Если сделать этого не удается, просто смотрите туда, где оно по вашим расчетам должен находиться. Далее 7 раз скажите: «Слова заветные знаю, в ночи их повторяю. Ты месяц молодой, рок золотой. Мне помоги, счастье мою жизнь наполни. Чтобы беды меня не знали, невзгоды ко мне не пристали. Чтоб счастье полна моя хата, чтобы жить мне досыта и богато. Чтобы дела спорились, а здоровье крепло и множилось. Счастье и удачу завлекаю, бед больше не знаю, быть посему». Говорим 7 раз. Закончили говорить? Возвращайтесь к своим делам. По народным приметам в этот день отмечают Денис Позимний, родившийся 16 октября, сильные целеустремленные личности. Они полны креативных идей и с успехом применяют их для достижения своих целей. Также они притягательны и дружелюбны, поэтому вокруг для них всегда много людей. Но мало кто догадывается, что на самом деле они недоверчивы и довольно скрытны, тонко чувствуют нутро человека, но никогда не показывают этого, так как привыкли всегда держать марку. Талисман для них является гранат. По зимним день стал из-за того, что на него нередко выпал первый снег, что говорило о приближении зимы. Наши предки считали этот день не самым благополучным, ведь, по поверьям, на него темные силы насылали на людей болезни из глаз. Считалось, что нечисть бродит по свету и мучит людей различными проявлениями. Чтобы в этот день защитить своих домочадцев от различных неприятностей, то обязательно у порога нужно было положить 1 зубчик чеснока. Таким образом, избавляли дом от любых неприятностей. Также придавали большое значение жидкости. Считалось, в этот день нужно пить как можно больше воды и травяных настоев, что способствовало мощному очистительному и оздоровительному процессу всего организма. И по традиции, перед сном обязательно 1 раз повторяем такие слова: «Меня ангелы мои охраняют, мой сон оберегают». Говорим 1 раз, и вот увидите, насколько у вас будут чудесные сны.